В Москве прошел съезд партии «Единая Россия». Участие в нем приняли более 3500 делегатов, в их числе и представители Ненецкого округа. На съезде взяли курс на обновление, в устав партии добавили нормы этики, а также обсудили новые национальные проекты. Мария Владимирова с подробностями. 18-й съезд партии «Единая Россия» прошел на площадке «Крокус-экспо». Первый день работы съезда посвятили обновлению партии, лидерству и открытости. Это основные приоритеты партии на ближайшую перспективу. Эксперты и участники площадки лидерства затронули вопросы анализа и прогнозирования общественно-политической ситуации, управления рисками и подготовки партии к предстоящим избирательным кампаниям. Лидерство, прежде всего, мы объясняем все, что связано с диалогом с жителями, с избирателями нашими, где мы работаем, где проводим избирательные кампании. И чем меньше дистанция у органов власти, у представительных органов, депутатов с избирателем, тем лучше. Поэтому главная задача – вот сократить дистанцию максимально. А вот как взаимодействовать с гражданами и какие инструменты при этом использовать, детально говорили на второй площадке «Открытость». Это очень важно на сегодняшний день, я считаю, потому что именно через гражданское общество можно реализовать партии те проекты, которые мы сегодня реализуем. Именно с опорой на людей. В принципе, что у нас сегодня происходит? Нам нужно больше внимания, я считаю, с научной точки зрения в том числе, уделить и научиться взаимодействовать именно с народом, с гражданами, чтобы в результате у нас партия власти, как было сказано прекрасно на площадке, превратилась в партию народа, то есть партия власти граждан. Повышением квалификации и уровня компетенции работы исполкомов для реализации поставленных целей займется новый проект партии «Высшая партийная школа». О его запуске, в том числе в регионах, сообщили на площадке обновления. Создание высшей партийной школы, чтобы это была учеба. Учеба она была не в Москве, а в своих населенных пунктах. И в первую очередь, чтобы это учили секретарей первичных организаций, учили молодых депутатов, ну и в общем молодежь. Чтобы в высшей партийной в этой школе рассматривались такие вот вопросы по региону, например, ЖКХ, ЖКХ, бюджет. Вот эти все вопросы основные. Кроме этого, на площадке было объявлено о запуске собственного мобильного приложения «Единая Россия. Партия на ладони», которое включает электронный партбилет, интегрировано с порталом госуслуг и сервисом «Наблюдатель». Познакомились с новым приложением, партийным электронным приложением, где также можно будет общаться с коллегами-депутатами с разных регионов, смотреть, как они решают проблемы, которые у них возникают по тем или иным аспектам. Поэтому очень важное мероприятие. Во второй день работы съезда на площадке «Крокус-экспо» обсудили партийные проекты, которые касаются каждого жителя. Один из них – городская среда и чистая страна. Спикер собрания депутатов Ненецкого округа Александр Лутовинов поинтересовался у министра природных ресурсов, каким образом особенности логистики будут учитываться правительством при вывозе твердых бытовых отходов. На самом деле этот вопрос для нас становится актуальным, одним из самых важных. И я хочу сказать о том, что если северный морской завоз для нас очень дорогой, то вывоз мусора может быть для нас не менее затратным. Дмитрий Николаевич согласился с тем, что эта проблема действительно имеет место быть. И что особенности логистики на северах должны быть учтены. И пообещал, что данная проблема будет учтена в тех поправках, которые они выработают на своем правительственном уровне. По итогам обсуждения на дискуссионной площадке были разработаны предложения и рекомендации, позволяющие регионам до конца текущего года максимально подготовиться к новой системе обращения с отходами, а также гарантирующие субъектам России недопущение мусорного коллапса в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Кульминацией второго дня работы съезда стало пленарное заседание, участие в котором приняли президент страны Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев. Председатель партии подчеркнул, что «Единая Россия», как главная политическая сила страны, готова сделать все для развития России. «Единая Россия – это партия народного большинства и должна играть ведущую роль в достижении национальных целей развития. Это и привилегия, и ответственность нашей партии, как крупнейшей политической силы.
партии готовы принимать весьма непростые решения и действовать в стратегических интересах страны и большинства ее граждан. На выборы следующего года «Единая Россия» идет с обновленной повесткой дня. Ее определяют национальные цели развития майского указа президента страны. Только в ближайшие 3 года на финансирование национальных проектов направляются 1 000 000 000 рублей. Но еще больше – ответственность, которую партия несет за будущее страны. Речь шла о национальных проектах, которые сейчас уже приступаем к реализации этих национальных проектов в регионах. И Дмитрию Анатольевичу он высказался по поводу политического контроля за исполнением этих национальных проектов. И я думаю, конечно, мы все к этому подключимся. Цели понятны и очевидны. Это и рост реальных доходов, снижение бедности и ускорение технологического процесса, и стабильный экономический рост всей экономики, улучшение жилищных условий, городской инфраструктуры, эффективное здравоохранение и высококлассное образование. Те задачи, которые поставил перед нами президент, они очень амбициозны, масштабны. И для того, чтобы решить их, действительно нужны усилия, и усилия не только Государственной Думы, правительства, всех органов власти, региональный, муниципальный уровень. И вот в этой связи, на мой взгляд, очень важно в выступлениях прозвучало у докладчиков то, что те задачи, которые поставил президент, партия «Единая Россия» возьмет на особый контроль, на партийный контроль. Я буквально недавно был в Красном, встречался с населением, много пришло людей на прием, и они задают вопросы, вот в том числе по нашим, по тем указам, которые были, тем положениям, которые отмечены в указах президента, действительно есть над чем поработать, на что обратить особое внимание. Президент страны Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» работать на результат, а не топтаться на месте. По его словам, граждане должны видеть результат работы партии. Впереди время напряженной, большой работы, от которой будет зависеть будущее нашей страны, я уже об этом сказал. И всем нужно трудиться в полную силу, действовать активно, быть впереди, не бояться ответственности, работать на результат ради общего дела. Чтобы граждане на деле видели, что «Единая Россия» не топчется на месте, что в ее рядах действительно смелые, талантливые, честные и открытые люди. Чтобы число ваших сторонников росло в процессе реализации конкретных проектов. Чтобы люди по всей стране, в каждом городе или селе чувствовали, понимали, что именно «Единая Россия» не боится перемен и добивается изменений к лучшему. Причем действовать надо оперативно и незамедлительно. Владимир Путин отметил, мир в целом находится в состоянии трансформации. И если вовремя не сориентироваться, то отстать можно навсегда. Действительно, президент подчеркнул это отдельно, что сегодня и мир, и наша страна находятся в процессе серьезнейшей трансформации. И не чувствовать этого на самом деле не может никто. И наше дело не опаздывать за этой трансформацией, а идти в ногу, что называется, со временем и в ногу с этими переменами. Мне кажется, были заявлены основные тезисы, которые сказал президент, это справедливость, честность и открытость. И сегодняшний съезд проходит под лозунгом «Главная ценность – это человек». Вы как знаете, мне этот лозунг крайне близок, и я всю свою деятельность изначально говорил, что готов подчинять именно этому направлению. И мне кажется, если мы сегодня выстроим конструктивный диалог с обществом, с нашими жителями, то мы совместно сможем решать большинство вопросов. Потому что, кто бы что ни говорил, мне очень хочется, чтобы «Единая Россия» из такого, знаете, приклеившегося к ней ярлыка партии власти на самом деле превратилась, и обязательно это сделать, и я буду в этом направлении всячески способствовать и работать, чтобы она стала партией народного большинства. Завершилось пленарное заседание выборами в Генсовет партии. Это мероприятие проходит ежегодно. По итогам голосования от Ненецкого округа в Генсовет вошел глава региона Александр Цибульский, отметив, что для него это дополнительная ответственность и возможность принимать те или иные решения в интересах жителей Заполярья. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Москва.